Приветствую вас, дорогие друзья! То, что мы давно ждали, с вами, наверное, уже больше года ждали, вдруг случилось внезапно. Rockstar, компания Rockstar, которую все хорошо знаете, компания, которая выпустила GTA, Red Dead Redemption, Max Payne 3 и прочие разные прикольные игрушки, Rockstar объявили, что уже 5 ноября Red Dead Redemption 2 выходит на ПК. Как вам такая новость, ребята? Многие из вас, наверное, уже знаете про эту новость. Ну, я должен был снять для вас видос и сообщить вам об этом. Так вот, ребятки, ждем 5 ноября. И уже 5 ноября мы сможем поиграть в Red Dead Redemption 2. Пока же он будет доступен... Пока же Red Dead Redemption 2 будет доступен только в Rockstar Launcher. Но уже в декабре игрушку обещают в Steam. Жалко, что они сразу в Steam ее, конечно, не выпустили. А сначала Sacer выпускать сначала в Rockstar. Но ничего, в любом случае дождемся 5 ноября. Я определенно буду стримить, буду снимать какие-то видосики про Red Dead Redemption 2 на ПК. И знаете, я очень долго ждал именно ПК-шную версию Red Dead Redemption. Наверное, в PlayStation не так удобно было ее стримить. Именно в ПК-шной версии будет наиболее крутая графика. В ПК-шной версии будет наиболее крутой онлайн-отдел у игры. И, конечно же, постримим с вами и онлайн, и офлайн, и поснимаем видосики про Red Dead Redemption. То, что знаю, что вы давно меня просили Red Dead Redemption 2 поснимать с PlayStation, но теперь мы дождемся с вами точно с ПК и поснимаем эту игру уже прямо, когда она выйдет на компьютере. Какую версию буду брать я для Rockstar Launcher для Steam, пока не знаю. Но, скорее всего, для Steam, потому что у меня на Steam кое-какой баланс остался. И еще хотел бы сообщить, я пока немножечко приболел, поэтому стримов на втором канале пока не будет. Ну, надеюсь, выздороветь в ближайшие дни и начнем стримить уже на втором канале. Турпоход, прямой эфир. Всем пока, удачи, хорошего настроения, до новых встреч. Был рад вам одним из первых, хотя уже, наверное, далеко не первый. Был рад вам сообщить эту прекрасную новость по Red Dead Redemption 2. Спасибо всем за просмотр. Не забывай про лайкусик, не забывай про подписочку на канал. И не забывай посмотреть вот эти вот видео.